Сегодня у нас 4 мая 2017 года. Вот. Это у нас Южный пруд, поселок Потеряевка. Вот такая вот красота у нас. Вот. Здесь вот мы с братом Никитой сегодня с утра пришли. И вот начали уже все, уже где-то 6 час. И вот с утра делали дамбу. Тут прежде я бревнышки наложил с Исаакием Пустиновым. Он мне помог тут бревнышки эти подтаскать. Вот, шифер установили. Несколько раз шифер приходилось переставлять ближе к бревнышку, потому что выдавливало его. И вот у нас вот здесь вот мы целый день провозились. Эту дамбу проделали. Ушло 360 ведер глины. Там вот брали. Потом вот здесь вот брали, тоже таскали. Все вручную, двумя ведрами. Я таскал в основном. Брат Никита, он тут солому насыпал, топтал. На первые 2 сотни он там помогал мне нагребать, а я таскал просто. А вот потом уже, когда воду завалили, выше воды стала глина, начали уже глину с соломой делать. Вот. Тут где-то примерно чуть сантиметров 80, наверное, воды глубиной было. Вот тут приходилось все это засыпать, забивать. Сейчас можно спокойно проходить. Да и то, сколько он ходил здесь, она все расползалась, расползалась. Ну, мы тут кое-что набросали бревен, чтобы поменьше было, глина уходила. Тут вода вот стоит еще. Ну, это потом летом уйдет она. Высохнет, если жаркие дни будут. Тут мальки плавают. Не знаю, то ли комарины, то ли чьи они. Вот так вот. Слава Богу, что сделали. Надо бы, конечно, повыше поднимать. Но пока на сегодня хватит. Так. Вот там еще брат Никита. Он еще закапывает. Вот у нас и где слив. Каждый раз приходится перед сливом накидывать, потом по бокам от слива накидывать земли, глины. То, что есть там у нас кучками. И андатра опять начинает прорывать все. Удивительно. Они берут где слабое место. А слабое место как раз где у нас короб. И вода потом идет под досками, проходит. Сделали бы раньше, но был снег, холод. Мы сюда не ходили. Вот сегодня вот жаркий день, первый день. Это у нас четверг сегодня. Вот. И вот, слава Богу, пришли сюда. Даст Бог, выходные эти. Может, на лодке покатаемся. С братом еще детей, может, посадим. Если будет погода хорошая. Скоро это все зеленью покроется. Оно уже начало расцветать, но уже еще пока не так. И будет вообще красота. Природа оживает потихоньку. Бабочки вон летают. Вот она какая красивая. Все дышит, да хвалит Господа, бабочка. Комаров еще пока нету. Так, единицами летают, а комаров еще нету. Вон гнездо. Увидел он меня на березке. Вот она. Кто не знает, что это. Или коршунов, или что-то другое. Как-то что-то низковато от земли.
Вот так вот. Ну, что-то лягушка. Как говорят, скопытилась. Что с ней случилось, непонятно. Еще она могла умереть. Тут надо все везде берег усиливать, вот этот, со стороны воды. Иначе эти андатры будут постоянно норы делать. Да еще если бобры тут появятся, еще хуже будет. Вот мы тут видели с братом икринки. Не знаю даже, чьи они. Клубок такой интересный. Ну что, брат, там перестала вода бежать? Нет, значит, где-то здесь еще. Тут еще нора. Как-то он в основном уже не бежит. Вот там только под досками бежит немножко ручеек. Вон он. Летает. Коршун. Надо прямо в воду бросать, там, потому что заход идет у нее. Вон там. Так. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.